Друзья мои, всем добрый день! Сегодня 8 июля 2022 год, день семьи, верности, любви. Вот прям сегодня хочется заняться своим здоровьем. Я здесь очень давно не была. Последний раз это было 18 марта этого года. Попала в такую стрессовую ситуацию. Моя мечта осуществилась заодно. Я очень хотела начать заниматься спортом, быть здесь, в тренажерном зале, с самого начала, то есть с 7:00. Как раз 18 марта у меня Игорь уезжал в Москву в командировку, и я прям в этот день и пришла, и тут, короче, стрессанула, да. Пожарная тревога такая была. Зато я узнала, что я очень сильно быстро бегаю, очень сильно быстро, прям за несколько секунд, да, 3 этажа. И еще, что самое важное, не одна убегаю, а обязательно с людьми, с собой, обязательно. Ну, в общем, тема здоровья очень важная для меня. Поэтому сегодня, 8 июля, продолжаю заниматься спортом, здоровьем. Также я решила пройти всех специалистов, которые есть. Всех. И у меня это отлично получается. Вчера был первый день. Вот хочу прям всех пройти. Потому что кроме нас никто не позаботится о нашем здоровье. Поэтому, друзья, вам тоже советую и очень рекомендую все делать вовремя. Жизнь – это, конечно, движение. Здоровье – это то, чем мы питаемся. Это то, насколько часто мы двигаемся. Вот, поэтому наше состояние равно здоровью. И, конечно же, то, как мы себя чувствуем, равно наше состояние здоровья. Вот, поэтому дай Бог, друзья мои, любимые, ценные, драгоценные, чтобы вы себя чувствовали всегда прекрасно, вне зависимости от того, сколько вам сегодня лет. Ну, кстати, если вам 30, 40, 50 и особенно 60, то вам еще крепчайшего здоровья. Любите себя, проявляйте заботу о себе, не надейтесь ни на кого, и все у вас будет под контролем. Только от нас зависит наше здоровье. Я уже говорила о том, что то, чем мы питаемся, пьем ли мы витамины, занимаемся ли мы спортом, наше физическое состояние и эмоциональное – это очень важно. Знаете, мне кажется, я так давно не выходила к вам в сторис. Давно вы меня не видели вот так вот, да, прям глаза в глаза. Вот, очень вас люблю, друзья мои. Ну, а сейчас я пошла переодеваться. Вот так вот я сегодня оделась. Ну вот, наконец-таки на своей любимой дорожке буду сейчас ходить. Не знаю, каким быстрым шагом или помедленнее. В общем, как я почувствую, так оно и будет. Ну, в общем, я начинаю. Сегодня нет желания говорить ни о чем. Просто иногда бывает такое, что мне хочется поговорить. То есть я вот бегаю, ухожу и о чем-то вам рассказываю. Сегодня нет. Вот и я, водичка, включаем радио, конечно, наушники у меня пока на шее, потому что если я включу, то мне будет некомфортно. Так, лучше всего нажму я сначала на старт, скорость, я помню, у меня была 6, 6,5, 7, сейчас посмотрим. Пять маловато. Думаю, что 6 будет. Да, 6 мне комфортно. Ну и в конце я сделаю фотку сегодняшнего моего километража.